Друзья, всем привет! Иду на рыбалку, весь загруженный вот так. Пробираюсь здесь дебрями. Тут есть такая мини-речка. И вот я иду на нее. И, кстати, вот такое болотце здесь осталось. Смотрите, какое. Я здесь вчера уже был на разведку. Приходил, просто смотрел. Вот здесь в этом болотце тоже есть рыба. И такие хорошие прыгали. Ну, может быть, немного ее, но она тут есть. Ну, я на разведку приходил, удочку брал с собой. Ничего не поймал там. А сейчас иду на речку, там речка, сейчас покажу вам. Небольшая речка. Тут все было разлито. Где сейчас я иду, здесь все было в воде, все было залито. И вот, вода спала, рыба осталась в речке, должна быть. Пойдемте, на место уже придем и половим. Надо что-то добраться. Такими дебрями здесь, такие дебри, местами вообще не пролезть. Хорошо, воды хоть нету здесь. В сапогах прохожу, нормально. Почти пришли. Эх, яблонька цветет. Кстати, вкусные яблоки здесь. Но они уже поздно осенью будут. Если они будут, то они будут вкусные. Ну вот, друзья, и речка. Сейчас для нее еще, это считается, воды много. А так она обычно меньше и не такая глубокая. Так, сейчас найдем местечко. Ну, там пойдем где-нибудь к дубу туда. И там где-нибудь сядем. Давайте где-нибудь вот здесь, что ли, попробуем. Для начала. Ух, стояла рыба, смотрите. Муть прям пошла, видно. А малька сколько, вон там. Много. Мне нравится эта речка. Попробую, наверное, туда под коряшку он там сейчас вот закинуть. Попробуем здесь сначала. Не будет клевать, перейдем куда-нибудь другое место. А так здесь вся рыба есть. Вся. Ребят, первая рыбина клюнула. Не пойму. Хорошая, не пойму, что за рыбина. Подлещик. Подлещик, ребят. О, какой. О, какой подлещик. О, на парыша. Для подлечки, конечно, это небольшой, но все равно приятно. Грамм такой, значит, 200. Приятный подлечик. Будем надеяться, что тут лещ есть, здоровый должен быть. Будем надеяться, что и лещ клюнет. Хороший, да? Красавчик ты наш. Ладно, теперь мы отпустим, как первую рыбину нашу. Будем дать сейчас крупную. Еще крупнее, ребят. Он позовет по-любому. Здесь опять поклевка. Поклевка. Тут и есть. Плотва. Плотва меня так мучает. Дергай. Тут ее прям надо подсекать. Какая плотвичка красивая. Ну что сказать, поклюет рыба. Клюет, неплохо клюет вроде. Но поймать не могу. Сейчас пойду по речке пройдусь, поищу закутки, такие места хорошие. Хочу спокойно найти. Может быть, там будет клевать. А так клюет, в принципе. Ну, подсечь тяжело, не пойму, что такое. Я уже донку здесь поставил. Там берегу кинул. Рыбы здесь хватает, здесь много рыбы. Сейчас здесь много рыбы. Заплыла с разливчика. Но вот поймать не так легко ее. Клюет. Надо какие-то снасти придумывать. Я уже даже не знаю, что еще придумать. Плотва, ребят, неплохо. Перешел в другое место. Совсем в другое место. От того. Не такое интересное место. Видите, нашел закуток. Ну, пришлось лезть по дебрям. Хотел дальше еще пойти, но дальше, мне кажется, мне еще негде встать. Но тут местечко вроде неплохое, ребят. Видите, первая плотвичка. Неплохо в этом месте.
Ну что, еще разок. Опа. Их, прутка какая. Ого, да это не плотва. Клинь, по-моему. Такая мощная рыба-то. О, какая толстая. И прикольные рыбки. Клинь, не знаю, но это не плотва, как правильно ее назвать. Такие рыбы, они любят течения сильные. Мощная рыба такая. Иду дальше по речке. Хочу еще там еще места поискать. Оборвал там один крючок. Такая вот лужа здесь. Бобры понагрызли здесь. Деревья. Это просто жуть. Где же только спотыкаюсь об эти корешки. Вон, начудили, смотрите. Понавалили. Тут везде. Ладно, пойдемте искать места дальше. Бобры. Ну вот нафига так делать, а, бобры? Смотрите, друзья. Подгрызли дерево, еле держится. Но это дуб. Дуб, он держится до последнего. На маленьком, смотрите. Я его обхватываю в легкую. Да, обгрызли. Дуб, видите, он даже зеленый. Листочки пускает. Ну, с трудом. Вот здесь даже уже вялый. Бобры, вот это ни к чему вы делаете. Ладно, я понимаю, там плотины вы строите. А то понабросали. Это уже хулиганите. Не по-детски. Идите дальше, друзья. Лезу по этому шиповнику, ищу места. Тяжело здесь ходить. Обходил я там, обходил. И вернулся опять на свое место. Оборвал там снасть. Старый месяц оборвал. Это надпись клюет на поклевочке. Ну, поклевочки есть. Мишину удочку достал. Не пойму. Мне оборвать бы еще. Поклевки-то есть. Опа. Здесь викоряк очень много. Ну, рисковать надо, как же по-другому. Хороша плотва. Хороша. А какая красавица. Хорошая плотва. Шикарная. Саки-то заплыла. Что-то говорить-то. Повело. Эх ты! Хорошая ушла, блин. Как всегда, если повело, значит что-то хорошее. Жалко. Чем опасна эта речка? Тем, что, вот, видите, коряга. Очередная коряга. Вроде не было. Она тебе коряга. А буду цеплять, надеюсь. Не оторву, жалко. Крючки взял с собой, там 4 крючка оставалось, все последние здесь повесил, а остальные в машине лежат. Ну и есть только крупные здесь. Отцепил все-таки, только отцепил, сначала оборвал, потом обошел с другой стороны, намотал на удочку леску и отцепил. Ну переделал тут удочку, опять на свою сделал. Сидим сейчас, смотрим поклевочку, вон поклевочка. Клевочка, ребят. Потащила. Давай. Три мощных опарыша. Плотва. Небольшая, но нормально, прыткая такая. Такая прыткая. Я еще все вон там хотел, под дубами попробовать. Там. Дубы вон те, видите? Походу, с них, наверное, червячки всякие падают в воду. Букашки, может, червячки там. И там прямо
прыгает и прыгает. Может, голавль небольшой рыба. Вот и поклевки. Может, голавля, может. И гоняет тут даже. Хищник, что ли. Потащило течение поплавок. Ну, туда залезть, там коряги такие, просто невозможно. Пытался, думаю, нет, бесполезно. Ну, куда-то потащило-то. Да, нам не надо. Нам надо вот сюда, вот даже чуть дальше. Такой закуточек. Хорошенький. Клевка шикарная. О, прям ближе к берегу. Хотел уходить. Поклевка такая шикарная была. Нормально, плотва. Хорошая, съедобная плотва, ребят. Прямо ближе так, к кустикам. Я же уже собираю вторую удочку, сматываю, думаю, пойду сейчас сюда. Может, посижу еще минут 5. Что-то здесь перестало клевать. Или день уже разгулялся, жарко, может быть, не хочет клевать. Я попробую, наверное, туда еще пойти по пути, попробую половить. Если получится, покажу, а если не получится, то, наверное, будет потихоньку собираться и уже к дому ехать. Сейчас пройдусь по речке еще. Ну, так, в принципе, можно половить здесь. Но пораньше вставать еще раненько утром. Я думаю, поинтереснее можно ловить. А вот там так и плещется. И под коряжками, вот там под коряги, и вот он только гуляет, только гуляет. Я говорю, там, наверное, червячки падают с дубов. Жучки, червячки, они там прям кишат. Я попробую сейчас туда наверх, туда подняться. Там похожие места, мне показалось, что можно было подойти, но не знаю. Может быть, там подойду. Сейчас еще минут 10 посижу здесь, может быть, все-таки клюнет что-нибудь еще. Течение как-то стало гулять, то как-то нормально стоял поплавок, как-то там на одном месте. А теперь куда-то стало уносить. А глубину больше делаешь, коряги? Сколько раз цеплялся здесь? 5 минут половил, и опять коряга. Елки-палки. Вот. Неудача. Пойду попробовать обходить что-то на ту сторону, может, там оцеплю. Короче, друзья, кое-как обошел на ту сторону, отцепил. И думаю, дай прямо там с обрыва заброшу. Забрасываю, смотрите. Не знаю, грамм 300, наверное. Такая кобыла, не плотва. Ой. Здоровенные. Вот это да. Я даже не ожидал. Мне кажется, надо на ту сторону идти. Ладно, сейчас попробуем еще здесь, если что, на ту сторону перейду. Да, шикарные.